частях зачитывали обращение военного совета фронта. Мы стоим грозной силой у границ Германии, обогащенные огромным боевым опытом, со жгучей ненавистью в сердце. Мы вступаем на территорию ненавистного врага. Мы переходим в наступление, чтобы выполнить задачу, поставленную товарищем Сталиным. Добить раненого немецкого зверя в его собственной берлоге. С этими словами советские войска пересекли границу СССР, преодолели многие километры, освобождая народы Европы от фашизма и, наконец, 19 января 1945 года вступили на территорию Германии. Они боялись, что мы будем мстить. Вела была фашистом, тех фашистов, которые действительно были убийцы. Зачем же вы столько народа похоронили? Берлин пал. А немцы сопротивляются до последнего. Это были дни, когда все говорило о приближающемся финале величайшей из войн. Позади были тысячи километров фронтовых дорог. Остались десятки. Мы вошли в первый немецкий город, не помню, как он назывался, этот городок, но ночью мы вошли в него, на площади этого поселка, маленький городок, городка, стоял танк, наш танк, и горел. Вокруг этого танка под губную гармошку танцевали, плясали наши ребята. Праздновали победу. Мы вошли в Германию. Мы в Германии. В наши дни, на фоне бесчисленных попыток западных политических и общественных деятелей переписать историю Второй мировой войны, не остается в стране и Германия. В стране растут реваншистские настроения. Несмотря на обязательство чтить советские памятники и захоронения, уже зафиксированы случаи вандализма по отношению к мемориальным комплексам, посвященным памяти советских воинов. Но в 1945-м бойцы Красной Армии не заглядывали в далекое будущее. У них была священная миссия – избавить человечество от нацистского зла, и они несли ее просто и уверенно. Что серьезный, что потешный, ни почем, что дождь, что снег, в бой, вперед, в огонь кромешный он идет, святой и грешный, русский чудо-человек. Река Одер, это большая река у них там. Они ее берегут, как нашу Волгу бережем. Там бои были страшенные. Очень много погибло наших, очень много. Во время переправы через Одер прикрывали переправы. Я даже был свидетелем, как фалы. Один взорвали немцы. Самолет сбросил в Квокебуль 190. Сбросил его на переправу, правда, не попал. Немного в стороне, но воронка была колоссальная. Вот, по-моему, что-то 1200 килограмм, что у него было гореть. Висло-Одерская стратегическая наступательная операция. Наступательная операция советских войск на правом фланге Советско-Германского фронта. Проводилась с 12 января по 3 февраля 1945 года. На протяжении 20 суток советские войска продвигались на расстояние от 20 до 30 километров в день. За это время они преодолели 7 укрепленных рубежей немецких войск, а также 2 крупные водные преграды. В результате операции была освобождена территория Польши к западу от Вислы и захвачен плацдарм на левом берегу Одера, впоследствии использованный при наступлении на Берлин. Безвозвратные потери советских войск
Висло-Одерской операции составили более 40 тысяч человек. По площади Адольфа Гитлера идут победоносные советские войска. Война идет на вражеской земле. Есть такой немецкий городок Кляйн-Пескерау. Этот городок мы никак не могли взять. Мы его возьмем, а немцы нас снова убьют. Мы его возьмем, немцы нас снова убьют. И вот после очередного такого налета я на повозке привезла на ПМП, это пункт первой помощи, куда привозили, свозили тяжело раненых с самой передовой. И оттуда уже эвакуировали в Метценбад. Начался снова бой, причем бой очень тяжелый. И наши отступили. А я осталась в этой землянке с 18 человеками тяжело ранеными. Ни грамма воды, рядом немецкая передовая, немецкие окопы. Слышно, как немцы разговаривают. Январь месяц. Выпал снежок. Выйти из землянки я не могу, рядом немцы. Я палкой сгребала немножко снег вместе с землей. В руке растапливала и смачивала раненым губы. Я была в таком ужасе, я прислушивалась к каждому шороху, потому что вот-вот немцы могли войти в эту землянку. У меня был Вальтерох пистолет, который я все время держала в кармане шинели, чтобы пристрелить себя, если будет в безвыходном положении. Потому что над девчонками издевались особенно изощренно. Не забудем, не простим, мы отомстим, отомстим за все. Освобождали какой-то город Германии и разбомбили магазин детских товаров. Я была свободная от дежурства и пошла в этот магазин, потому что там все было вот так вверх ногами. Вот я сейчас помню, пятипалые перчаточки на человека не больше годика. Я держала в руках и плакала. И спрашивала эти перчатки, зачем же вы столько народа похоронили, чтобы эти перчатки не достались никому? И я эти перчатки до сих пор помню. Огонь! Утром 16 апреля 1945 года, после мощной артподготовки, советские войска приступили к массированному наступлению. Это стало началом решающей битвы Великой Отечественной войны – Берлинской операции. Берлинская наступательная операция – одна из последних стратегических операций советских войск, в ходе которой рабочая крестьянская Красная Армия заняла Берлин, что привело к капитуляции Германии. Операция проводилась с 16 апреля по 2 мая 1945 года. За 17 дней операции советские войска продвинулись на запад на расстоянии от 100 до 220 километров. В рамках операции были проведены 5 фронтовых наступательных операций, а также штурм Берлина. Это горят дома тех, кто огнем и мечом прошел по нашей земле. Пусть же они вспомнят теперь пожарища Вязьмы, Ржева, Смоленска, Минска и многих других городов наших. На землю Германии пришло возмездие. Вошли в первую немецкую квартиру на площади. Что им надо было? Мы ходили в парусиновых туфельках, а у них все в коврах, в хрустале, люстры, хрусталь в этих самых, в горках стоит. И мы стреляли по хрусталю, и я стреляла. Но на следующий день
строжайший приказ не мародерничать. Кто будет замечен в мародерстве, расстреливать на месте без суда и следствия. В Германии, когда мы вошли, во-первых, нам дано указание, чтобы войска вели себя нормально. Мы пришли не с народом воевать, как говорилось, а мы воевали с войсками, с фашистами. Вот. И было сказано, что будут наказывать тех, кто будет издеваться или что-нибудь с народом делать. Они вообще боялись, когда узнали, что Ленинградский фронт уже воюет в Германии. Они знали, что они натворили в Ленинградской области. И Ленинград без конца их бомбили, обстреливали и так далее. Они боялись, что мы будем мстить. Вот. Но этого не было. Любой дом, если мы заходили немцы, они вообще испуганы были. А когда ничего не трогали, вещам не трогали, им ничего не делали, только искали там. Здесь нету наших врагов, которые скрылись здесь. Вот мы кого ищем. Заходили в дома полуразрушенные. Много чего было удивительного. Вот даже простое. Стиральная это самая доска. Вы знаете, что такое стиральная доска? Да? А мы тогда не знали, что это такое до войны. Все это ручками мама... И я маме привезла в подарок стиральную доску. Она была рада так очень. И вот. Даже вот это вот. И то много такого, чего мы и не знали. Эти так называемые мирные немцы лишь кажутся скромными обывателями. Еще вчера они называли себя нацией господ, а русских считали рабочей силой восточных провинций Германии. В пригороде Берлина мы зашли в этот дом, надо было поесть, там покушать. Ну, разложили свои там пайки эти. Пожилые двое, значит, муж и жена, видно, смотрят так. Ну, я посмотрел, думаю, у них такой взгляд, как будто они никогда не кушали, что-то. Ну, я им пригласил, я говорю, Битте, пожалуйста, садитесь. Ну, они сели, а потом вышла еще молодая женщина, еще двое ребят. Ну, конечно, весь аппетит пропал, я говорю. Оставили все, я говорю, вот, кушайте, нам некогда, я говорю, пойдем, на следующий подпункт что-нибудь найдем. Такое неприятное ощущение. . 24 апреля 1945 года передовые части Красной Армии ворвались в Берлин. 25 апреля войска 1-го Белорусского фронта соединились с войсками 1-го Украинского фронта. Столица нацистской Германии оказалась в полном окружении. В ходе Берлинской операции за 17 дней советские войска потеряли более 350 тысяч человек. Из них свыше 80 тысяч безвозвратно. Это не сухие цифры, а страшная цена, который заплатил наш народ за мир во всем мире. Вечная слава героям, павшим на поле боя, в борьбе за свободу и честь нашей Родины. Штурм Берлина, завершающая часть берлинской наступательной операции, продолжался с 24 апреля по 2 мая 1945 года. Общая протяженность фронта советских войск в Берлине составляла около 100 километров. В Берлине было создано 9 секторов обороны. Всего в городе имелось до 400 железобетонных долговременных сооружений, многоэтажных бункеров и дотов, оснащенных орудиями и пулеметами. Улицы перекрывались мощными баррикадами толщиной до 4 метров. Берлинская группировка насчитывала около 200 тысяч солдат и офицеров, 3 тысячи орудий и 250 танков.
Имперская столица, говорилось в приказе гитлеровского командования, должна обороняться до последнего человека и до последнего патрона. Берлин формируется не с одного места, а с примерно с трех мест. Вот тут идет, значит, тут идет. И по центру. Командовал Жуков в то время. Для того, чтобы нас подготовить, нам, каждому командиру роты и каждому командиру батареи, был выдан подробнейший план Берлина. Немцы противопоставили нам боевые группы, которые были вооружены пулеметные пушки противотанковые и особенно фауст-патрон. Это было очень опасное оружие, особенно в условиях расхода. Чего было особенно нам страшно, когда появились у немцев фауст-патроны. Фауст-патрон – это противотанковое ружье, которое ближнего боя, это из окна, из подвала, откуда хочешь. В одно мгновение может бабахнуть, попадание. Если попадание есть, там горит уже. Это уже точно. Когда мы шли, у них дома зашли, все, смотрим, семья, там кучу, в одну кучу сидят. Мы даже, наш этот слезы шло, что вот смотрите, эта семья, в каком виде нам встретит, пуганы. Думают, что Россия их убьют. Они хорошо знают, что их люди русским шат многих убивали. А русский ни одного человека немцев не убивал ни за что. Это было. Какой зла? У нас никакой зла нету. Зла была фашистам, тех фашистам, которые действительно были убийцы. Вот зла вот на их, а они все удрали, ни один человек не остался. Ни один человек не остался. Сами немцы стояли, говорят, мы антифашисты, этим фашистам тогда мы не могли, а сейчас и пришли, они удрали. Если бы здесь были, мы их в ваши руки дали, этим немцам. Но они все удрали. 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на берегу реки Эльба состоялось историческое событие – встреча частей Красной Армии и американских войск, которая ознаменовала собой полный крах Третьего Рейха. На берегу Эльбы мы встретились с союзниками-американцами. Сегодня значение этой встречи позабыто. А смысл союзничества между нами, Европой и США, сведен к нулю. И в Америке, и в Европе ведутся планомерные работы по искажению исторической правды. Лавры победителей и освободителей Европы приписываются США. Но до тех пор, пока живы те, кто помнит ту войну и знает истинную цену встречи на Эльбе, у мирового зла ничего не выйдет. На Эльбе, там встречали мы с американцами. И очень хорошая встреча была у нас между ними. Американцы готовили, сразу стол открыли, сидели, большой длинный стол, давайте выпьем за победу. Хороший вечер на Эльбе. И стали дружить. Говорили вообще по-русски. По-русски говорили. На стенах домов еще сохранились надписи. Капитулировать? Нет, никогда. Пришло сообщение, что в городе Грейсфальд комендант этого города хочет капитулировать. И надо принять капитуляцию. Город Грейсфальд, такой город, где там 400-летний университет был, даже такой, много институтов, клиник много.
И этот комендант, говорят, нельзя допустить, чтобы Грисфальд разбили. И вот в ночь на 30 апреля нас ночью подняли. И командующий второй ударной армии Федюнинский пригласил все правоохранительные органы. Когда мы в город приехали рано утром, так из каждого окна был белый флаг. У кого там наволочка, у кого полотенце, что белое вот так было вывешено. Из каждого окна. Вот. А народ на улице был. Стоял народ, и они нас приветствовали. 2 мая окончательно уже пал Берлин. И вечером смотрим, что такое. Сплошная стрельба идет, аж по всему горизонту вот так Берлина. Одни пули кверху идут светящиеся, а потом кричат. Берлин взят, Берлин взят, самое, конец войне. Но мы тоже с радостью обниматься и тоже стрелять. И вот такое было прямо невероятное восхищение. 2 мая 45 года, когда пал Берлин, наша армия тоже самое брала Берлин с сожженными фарами. Наш ансамбль давал концерт у стен Рейхстага. Я там танцевала. То, о чем мечталось в окопах, что вынашивалось в солдатской душе, на пепелищах наших городов и сел, все, чем мы клялись на могилах павших товарищей, все сбылось. Наш корпус перебросили на юг Германии. Я и оказался вот участником освобождения Дрездена. Это 8 мая. Где-то в 4 или в 5 утра во время движения впереди идущий командир, то спину я увидел, а теперь он развернулся ко мне и показывает, снял танковый шлем, машет. Я понял, что кончилась война, и на этом боевые действия закончились. Акт о капитуляции был подписан 8 числа. Ну, немцы дисциплинированный народ, где во всех окнах белые флажки висят, что они капитулируют. Все радовались. Все плакали и радовались. 9 мая 45 года закончилась война. Что закончилось, открыли огонь такой, что дай бог, из автоматов, из чего только можно, стреляли вверх. Тут стрельба началась, приехал из винтовок обниматься, начали. Этот долгожданный, неописуемый никакими словами миг победы останется навсегда в памяти не только тех, кто там был, но и будущих поколений. Первобытному зверству и бесчинствам нацистов положен конец. В этой страшной войне Советский Союз принял на себя удар неистовой силы, но выстоял. Наши воины не только отвоевали родную землю, но и освободили другие страны от беспримерного зла. Вечно молодые, смелые, самоотверженные, они отдали все за мир и свободу. И как бы сегодня западные политики не старались забыть и исказить эту правду, мы, потомки героев, будем бережно хранить ее. Именно поэтому над великим подвигом советских воинов время не властно. Мы Германию, как говорится, задело. Освобождали Польшу, освобождали Болгарию, освобождали Австрию, Венгрию. Все это были только русские войска.
Никаких там ни американцев, никого не было, ни англичан. Кто Европу освободил? Русские освободили. Только у наших солдат есть медали за взятие Будапешта, за Вену, за Варшаву, за Прагу. Только в наши войска имеют, потому что они освобождали от фашизма эти страны.